аппаратом я познакомилась примерно 7 лет назад. Меня познакомил с ним мой зять, Кучинский Вячеслав. Вот. Я пришла конкретно с проблемой. У меня был герпес в тот момент. Вот. И он предложил попробовать. С тех пор у меня не было больше герпеса. Это прямо с первого раза как-то вот попали на именно, потому что их там несколько видов этого герпеса, вот, ну, попали на тот, который у меня. Вот, поэтому я буду дальше пользоваться прибором. Мне понравилась эффективность, результативность прибора. Поэтому я буду дальше работать с ним и буду, я так думаю, что я буду его продвигать дальше для пользы людей.